Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я жертва терроризма, но не обычного терроризма, а психотронного. Это новый вид терроризма, который относительно недавно появился. И если в общих словах его описать, то это подключение неких специальных, специализированных компьютеров к человеку, к его мозгу, к его биоритмам, его всем функциям физическим, психическим. Вот. И такие люди, как я, очень сильно пытают и мучают физически, психически, душевно. И такие люди, как я, мы не имеем возможности заработка, мы его лишены искусственным путем. И об этом я хотел несколько слов сказать. Обратиться ко всем неравнодушным жителям нашей страны, потому что сейчас, например, идет СВО, в людях просыпается патриотизм, люди, например, помогают на войну, отправляя гуманитарные помощи, всячески помогая нашей стране, солдатам, сержантам, матросам и офицерам, которые там сражаются, воюют за нашу страну, за наше государство. И поднимается дух, и это хорошо, поднимается патриотизм, но нам, жертвам психотронного террора, нас никто не замечает и не обращает никакого внимания. И это очень прискорбно. К слову, я сам служил в армии, я старший сержант погранвойск. Вот. Законопослушный гражданин. И где-то в 2017 приблизительно году у меня раздался голос в голове, который мне сообщил там, о том, что это психотронный терроризм, психотронное оружие. Слышал я что-то об этом. Я сказал, что я что-то примерно слышал. После чего я пошел, сел за интернет, посмотрел в интернете о этом терроризме, убедился, что он, да, существует, что мне это ничего не кажется и так далее. И с тех пор начались жесткие пытки. Голос этого оператора психотронного не покидал меня никогда, ни на один день за несколько лет. Ни на один день он меня не покидал никогда. И это все сопутствовало физическим страданиям, пыткам. Нет возможности заработка, нет даже возможности лечиться. Ну что там говорить, нет возможности спать. Потому что в последующем я нашел многих таких же людей, как и я, в интернете. Случайно, не специально. Я не знал, что... я не думал об этом даже, что есть такие же люди, как и я. Их много, оказывается. И у меня в друзьях 170 друзей. Из них несколько десятков людей, таких как я. Представляете, в наше время. Среди бела дня. Люди мучаются, женщины, у которых есть дети, инвалиды на руках. Есть люди уже пожилые, есть целыми семьями мучают людей. И мы стучимся во всякие двери, и нам нигде не отворяют. Люди пишут в МВД, люди звонят в ФСБ, но на нас не обращают внимания, нас не замечают, нас замалчивают, сажают в психиатрические больницы. Все это списывается на диагнозы психических заболеваний и так далее, и так далее. Но люди умирают, мы умрем, жертвы психотронного террора, запомните, те выродки, которые этим занимаются, займутся за других людей, за любого человека. Я законопослушный гражданин, я еще раз повторяю, я патриот своей страны, и образованный я человек. Тем не менее, на меня напали, меня не спасло ничего. Я не понимал долго, меня водили за нос, в голове моей всегда эта информация идет. Вообще, грубо говоря, оказывается, что человек так устроен, к моему сожалению, да и к общему вообще, что, создав вот спецвитые технологии, научные открытия новые, оказывается, что к человеку буквально можно подключиться так же, как и к компьютеру. То есть человеческий организм, по сути говоря, это тоже биокомпьютер, только биологически созданный Господом Богом. И к нему можно подключиться, оказывается,
И абсолютно так же загружать из одного компьютера в другой компьютер под названием «Человек», загружать любую информацию, видео, аудио, картинки, любые изображения. Постоянно засирают голову. Идет постоянным грязищем в голове, матершина, осуждение всех людей, всякую грязь про моих, всех, кого я вижу, они же видят моими глазами, у них мониторы, получается, стоят. И в мониторе они моими глазами видят, а на динамиках они слышат моими ушами. И все, что я вижу, слышу, они все это контролируют, видят все это. И полностью мной манипулируют. Сейчас у меня такой небольшой период, слава богу, то, что я немного в себя пришел, могу немного членораздельно разговаривать, а до этого у меня такого не было. Больницы, лечебницы и так далее, и так далее, и так далее. Очень много страданий привлекают ко мне. Все время обвиняют меня, они в голове, эти голоса. Я их не только в голове, кстати, слышу. В пространстве я их слышу. Там есть технологии, я немного про это читал. Как это можно объяснить запросто, как это делают. Чтобы я на расстоянии, на огромном, слышал вот звуки. Всячески. Все равно, возможно, звуки могут быть разные. Постоянно шипение, у меня круглыми сутками в голове шипение и голоса на фоне вот этого шипения. Такое радиопомехи, это тоже все связано с радиоволнами. Человек тоже, он как радиоприемник, в общем-то. И вот эти технологии к нам применяют, я еще раз повторяю, у меня в друзьях несколько десятков, это я их случайно добавил. То есть я вижу, когда мне предлагаются новые друзья, я вижу, что вот эти люди жертвы психотронного террора. Но я их как бы не добавляю в друзья, ну есть они, есть, я имею в виду. То есть их гораздо больше в нашей стране. Потом я уже открывал для себя то, что это присутствует во всех странах, в Японии, там в США, в других странах, да, наверное, в любых это и есть. И положительные тенденции по борьбе с этими терроризмом психотронным, вот особенно в западных странах, он есть. У нас все-таки законодательство очень плоховатенько относительно нашего населения заточено. И вообще государство не сильно заботится о нашем населении, в отличие от западных стран. Я не патриот западных стран, я еще раз подчеркиваю, я патриот России, но тем не менее. Поэтому некоторые тенденции у них есть. Эти технологии очень долгие годы стараются спрятать, чтобы их никто не слышал. Никто вообще об них не слышал, и поэтому это как бы что-то новое, по голове чем-то ударяющее. Но это не так. Это вообще должно быть, тем более сейчас появляются нейросети какие-то, нейроинтернеты, а это все то же самое. Нейронет, вот это нейросети, это не что иное, как искусственный интеллект. То есть это тот же компьютер, который может мыслить творчески. Это самое главное. И поэтому этот же компьютер может подключить к другому человеку, то есть к человеку, вот эта нейросеть. И получается, что к человеку подключен искусственный интеллект. Вот и вся, все, что можно понять. И у меня вот он подключен искусственный интеллект. И у других жертв психотронного террора. И у других людей. И сами вот эти террористы, вот они мне в уши сейчас говорят. Вот их логика, они специально провоцируют. Сами включили. А кто им запрещает скрыто вести вот эти вот опыты, пытки над людьми? Чтобы жертва не знала об этом. Никто, правильно? А значит, такие люди есть, которые даже не подозревают о том, что над ними ведутся такие опыты. 100% они есть. Вот и дальше они рассуждают логически. А кто нам вообще запрещает этим заниматься? Да никто. Никто и не знает об этом. Вот такие дела. Меня рано или поздно убьют. Как они пророчат, это будут лютые просто. Лютейшие муки, страдания душевные. Ужас просто космический, потому что я знаю, что это такое, это связано с космическими технологиями. Вот эти все технологии, они космические. И человеку в мозг, вот мне в частности, загружают такие ощущения, когда я чувствую себя одним, одинешеньком, в абсолютном ужасе, в бесконечном пространстве, черного, бездонного, безнадежного космоса. И у меня физические страдания, у меня разрываются мозги, лопаются сосуды, лопаются сердце. С пониманием того, что сейчас моя жизнь прекратится, и я навечно улетаю в адские муки.
Вот такие делают ужасы. И еще даже хуже. Я прошу неравнодушных хоть как-то откликнуться. Помогите нам, там женщины, пожилые люди, старики, молодые есть ребята. Спаси Господи. Так, вроде выключается.